возможности не оставлять без присмотра детей, которые сейчас на дистанционном обучении. Об этом родителей просят сотрудники МЧС. Несчастный случай произошел в Маргаушском районе. Там утонул ребенок. В данный момент не все водоемы освободились от льда. Это пруды, озера, карьеры. Оставшись без присмотра, мальчик 2011 года рождения вышел на лед пруда в деревне Шомиково Маргаушского района. Провалился и, к сожалению, погиб. Мы еще раз хотим напомнить детям и взрослым, что водоемы – это не место для игр. И нужно соблюдать правила поведения на водных объектах.